Вот, друзья, что значит пресловутые скидки в пятерочке. Короче, сегодня прям воскресный день похода по магазинам. Все чеки из пятерок. Было все это в несколько заходов, потому что, кто в курсе, у них день рождения, и они дарили, ну, какие-то купоны, в общем. И по этим купонам потом можно было получить скидку. Вот. Ну, в общем, кто в курсе, ставим пальчик вверх. Кто узнал себя в этом видео, тоже ставим вверх. Лайчики. Вот, в общем-то, но это еще не все покупки. То есть здесь сок, соки, масло, селедка. Подсолнечное масло, еще было кочан капусты, яблоки, киви, личи, вот тут свеклы немножко. В общем-то, вот так вот. Вот так вот у нас проходят покупки по акциям. Так что поехали дальше. Сейчас буду сканировать. Чеки я никогда не выбрасываю ни в магазине, ни даже когда прихожу домой. Я всегда сканирую их сначала через Едодел, потому что там лимит трехчасовой стоит, а потом сканирую уже сканером ГФК. Кто не знает, что такое ГФК, ссылочку оставлю в уголке и в инфобоксе. У меня было несколько видео, где я об этом рассказывала, так что сейчас буду сканировать. Оставайтесь со мной, продолжаем влог. Друзья, хочу вам порекомендовать вот эти вот хлебцы. Ну, они называются итальянские хлебцы, хотя я бы их назвала крекером. Вот именно такой вот. Другие я не пробовала. Это Фили Бейкер, производитель. Вы посмотрите состав, какой он вкусный. И вот здесь вот КБЖУ. Просто фантастическое. И если посчитать, допустим, здесь 250 грамм, к примеру, вы поехали там на работу или куда-то в центр, вам нужно, допустим, включила вспышку, а то ничего не видно. Допустим, вы поехали в центр, вам нужно, там нет места, где, ну, такое место вы поехали, где, ну, нет нормальные местечко, где можно перекусить. И вот можно взять вот такой крекер с собой. И он просто фантастический, потому что если, ну, посчитать вот эти вот питательные свойства, да, КБЖУ, то даже если рассчитать их на 250 грамм, получается, что вы за, если всю коробку съедите, вы съедаете 625 килокалорий. То есть это половина суточной нормы. Если вы целый день в городе где-то тусуетесь, то это вообще просто идеально. Они вкусные, на самом деле много не съедишь, не съедишь, не съешь много. Они очень такие питательные. Ну, в общем, просто объедение, обалденные такие крекеры. Мне очень понравились. Вот так выглядят. Очень вкусные. И на самом деле много не съешь. То есть горсточку съел, и ты уже сыт. Можно запить и водой, и чаем, там, с собой что взял. В общем, вкуснятина. Советую. В магазине присмотритесь. И мне нравится состав. То есть нет никаких антислеживателей там, каких-то ароматизаторов. То есть все натуральное. Очень вкусные. Еще, друзья, такой цикорий мне понравился очень. Здравник сливочный. Конечно, здесь вот этот, как сказать, молочный вкус или сливки здесь растительные. Это не совсем для здорового образа жизни. То есть, ну, имитация сливок. Сейчас посмотрим вот тут вот состав. Ну вот какое-то растительное масло пальмовое, да, ароматизатор сливки, конечно, не очень. Но, например, кто любит кофе 3 в 1,
Или кофе там со сгущенкой, кофе с молоком. Как альтернатива, очень вкусный. Если не злоупотреблять, да, вот там утром, может быть, раз в 2 дня, то прям очень вкусненький. Чуть-чуть, там буквально 1/3 чайной ложечки сахара добавить, и вообще вкуснятина. Мне очень понравился, я его уже практически допила. Очень классный. Хотя я не любитель кофе, но цикорий я люблю. Вот так что советую.